Это похоже на чудо. Детский сад в селе Полдневая почти отремонтирован. Капитально. Впервые за много лет. Еще в 90-е это дошкольное учреждение приостановило работу. Как отметил начальник управления городского хозяйства Павел Ушанев, на сегодняшний день сделано уже очень многое. На сегодняшний день у нас наружные сети выполнены, подводящие наружные сети к этому детскому саду выполнены в полном объеме, опрессованы, приняты с представителями эксплуатирующих организаций. Здесь ведутся работы МРСК «Урал» по технологическому присоединению. У нас здесь вторая категория здания детского дошкольного учреждения. И, к сожалению, вторая категория не выполняется. Нет возможности МРСК выполнить, поэтому пришлось принимать техническое решение. Здесь для обеспечения второй категории установлен дизель-генератор. Начинали работу практически с нуля. Была только коробка здания. Сейчас у детского сада новые потолки, пол, двери и окна. Установили бойлеры и сантехнику. Было проведено обследование строительных конструкций. Был выполнен проект, который прошел экспертизу. После этого был проведен управлением городского хозяйства аукцион, конкурс в соответствии с 44-м ФЗ. Появилась у нас подрядная организация, которая приступила к выполнению этих работ. Еженедельно управление городского хозяйства проводит совещания с представителями подрядной организации и управлением образования. Помимо этого, ежедневно работу принимают инженеры УГКХ. Отлынивать от работы здесь не принято. Конечный результат должен понравиться главным критикам – детям. Поэтому делают качественно и на совесть. Да и поставленные задачи необходимо выполнить в сроки. Сегодня газифицированная угольная котельная. То есть здесь очень много было технических решений таких, нетрадиционных, скажем так. Потому что ГВС пришлось нам разрабатывать проект с учетом ситуации по теплоснабжению существующей и с учетом ситуации по электроснабжению в селе. Не совсем благоприятной ситуации, но, тем не менее, инженерные решения были найдены, и проект осуществляется, и все, думаю, скоро будет завершен. Срок окончания всех ремонтных работ – конец августа, а уже в начале сентября детский сад откроет свои двери и сможет принять до 80 малышей. Алина Меньшина, Константин Миронов, новости Полевского.